Здравствуйте. Очередной принтер Canon MP250, в котором жили какие-то животные. Провода внутри просто поедены. В некоторых местах отгрызаны. То есть, ну, повреждения просто сумасшедшие. Также изнутри него, из его внутренности очень-очень плохо пахнет. Ну просто как будто кто-то там умер и забыл отползти. Вон шлейфы, которые соединяют всякие каретку. Это датчик, это двигатель. Так. Провода двигателя, вот шлейфы, они просто местами съедены, откусаны. Куски просто кто-то поел. А вот сзади так называемый памперс, то есть губка, куда сливаются чернила при прокачках, при подготовках принтера к печати. Он тоже просто поеден. Кусками выеден. Это просто снаружи мы его разобрали, оценили его состояние. Ну, тут понятно, что принтер просто не подлежит восстановлению. Нет смысла такой принтер восстанавливать. Поэтому будьте внимательны с тем, где стоит ваша техника. И обращайте на это внимание. Всем успехов!